Всем привет! Сегодня спим весь день, уже вечер, толком ничего не сняли. Я вот тут начал делать хоть какой-нибудь, вообще любой элементарный дизайн канала, чтобы он просто был. То есть это фигня, понятно, все такое себе самое простенькое, чтобы он просто хотя бы был. Чтобы не было пустых иконок этих, там, да, там логотип канала, еще что-то. Надо будет потом, может, позаморачиваться, что-нибудь нормальное придумать, но пока хоть просто. Ну, вот сейчас, короче, пью чай. Алина с Эмили там тоже сейчас дела доделывают. И пойдем сходим в Wildberries, заберем памперсы. Они уже там 2 или 3 дня валяются. Ну и воды надо купить, вода закончилась. Одни пустые баклажки вон стоят, короче. Я думаю, то, что тут воду можно пить из-под крана, скорее всего, здесь скважина пробурена. Но это не точно, это мое мнение, поэтому лучше уж купить. Можно было бы вот так вот на шарик поставить. Чего нам нужно делать? Ужин. Прием, прием. А какие варианты это? Прием, прием. Гречка. Ну давай. Курочка. Курочка, каждый день курочка. Охренел. Варианты такие. Давай гречку с курочкой. Ну можно. Угу. Гречку. Без курочки. Можно тыкву? Хочешь тыкву? Нет. С курочкой, пожалуйста. Консультанты в инстаграмах, ну да. Они пишут, задавайте вопросы. Да, задавайте вопросы, чтобы типа помочь тебе. Ты пишешь вопрос, а они тебе, знаешь, как отвечают? Чтобы продать себя. Типа... Ой, вы знаете, это все только решается там вопросом консультанта, и причем все они, никто тебе не помогает, никто, не отвечает. Как юристы. То есть, да, ты такие, ты думаешь, это искренние такие прям люди, которые хотят тебе помочь, а они хрен тебе. И я думаю, получается, это платформа, которая вообще ни хрена не помогает тебе никто, а чисто чтобы бабосы ты им дал, тогда они тебе только помогут. Я очень разочаровалась. Ну, знаете, разорались. Давай посуду помою. Вкусненько. Блин, включил этот вокруг Крыма, они орут капец. Друг друга перебиваем. Чтобы я училась громче говорить. Вот, ништяк. И я тоже. Что будем как шептуны, как Михаленко. Да. Помоешь? Конечно. Спасибо. Ты малышку поддержишь? Конечно. Спасибо. Угу. Помыл посуду, а тут Алина проверку провела. Непорядочек. Говорит, надо поменять. Чистенькая. Чистенькая булочка, да? Да. Слушаешь? Слушаю. Причина. В чем причина колики? У всех детей бывают колики. И колики напрямую связаны с грудным вскармливанием и уходом за детьми. Обычно... В смысле, что мы не так делаем? Нам 2 консультанта сказали, что все хорошо и что мы все правильно делаем. Колики у всех детей. Она говорит то, что нет. Да. Это так, она набивает себе цель, да, чтобы да, мы да. ее пригласили, чтобы да. она мне показала, как же правильно давать себе сайт. Чтобы ты ей заплатила, у тебя ничего не получилось, потому что ты такая плохая мать. Ну, чтобы я еще раз на пятерочку выиграла. Да, или еще раз на пятерку у Кати, блин. Кто в нас стенки все извозюкал, блин? Я не знаю. Не было? Не было когда. Там черкаш, блин, тут черкаши. Не было когда? Ну, вообще, когда заезжали... По-моему, было. Вот тут какие-то черкаши. Тут вот. Тут. В общем, гуляем. Мама оставила, а сама пошла в овощную лавочку, которая рядом у нас с домом. Вот единственное, что есть. Здрасте. Здрасте. В общем, тут всякая вкусняшка. Мне нужна груша. Вот такая красивая.
картинка. В общем, куча всего. Мы в кафешке. Мои любимые мультики.